Очередной дом в Иванове сгорел дотла. На этот раз пожаром была охвачена деревянная постройка на 3 семьи на улице Фрунзе. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы вечером 1 февраля. Когда первые спасательные подразделения прибыли на место, стало понятно, что постройку уже не спасти. Огонь уничтожил 100 квадратных метров, почти весь дом. Повреждены крыша и внутренние конструкции. Жертв и пострадавших удалось избежать. Предварительной причиной называют неисправность. Исправное электрооборудование. С января месяца зарегистрировано снижение количества пожаров. Цифра составляет 95 пожаров в этом году, в том году 98. На пожарах погибло 16 человек, в том году 18. Уважаемые жители и гости Ивановской области, соблюдайте требования пожарной безопасности.